Лесники против. Распространенная накануне в ряде СМИ информация о повреждении лесным пожаром линии электропередачи в Сунтарском районе, в результате которого жители этого района, а также Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов остались без света, не совсем верна, заявляют в Департаменте по лесным отношениям республики. По информации ведомства, в настоящий момент на территории Якутии действует один лесной пожар в Алекминском районе и ряд небольших термоточек, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. На вчерашнюю дату у нас аномальных термоточек в Котане Сунтарского района не было. Лесные пожары отсутствуют на данной территории. И у нас есть информация от Сунтарского ЛЭП, что там проводились уже плановые работы, то есть там произошла авария, как бы не зависимо от лесного пожара. И сейчас происходит разбирательство со стороны муниципального образования и со стороны прокуратуры Сунтарского района. Лесной пожар на данной территории отсутствовал.